Военный информационный канал ДАДУ-79 представляет. Основным условием Турции для деблокады границы с Арменией является вывод оккупационных войск с территории Азербайджана. В свете этого крайне интригующим выглядит решение правительства Армении о строительстве и ремонте дорог, ведущих к границе с Турцией. В беседе с корреспондентом Ахар Ас, пакистанский военный эксперт, автор нескольких трудов по военной истории Пакистана и Афганистана, отставной майор вооруженных сил Пакистана Ага Хумаюн Амин отметил, что Армения, являющаяся по сути полуколонией России, не стала бы делать каких-либо подобных стратегических шагов без одобрения Москвы. Армения – это почти часть России. Я не верю в то, что эти дороги строятся для войны с Турцией, как и в то, что Турция строит мосты на армяно-турецкой границе для вторжения в Армению, сказал он. Наш собеседник добавил, не исключено, что есть определенные договоренности по Карабаху, исполнение которой уже близко, и поэтому армянское правительство заранее приводит в порядок инфраструктуру, по которому в будущем будут двигаться грузы из Турции и в Турцию. И поэтому похожие работы ведутся и на армянской, и на турецкой сторонах границы. Подобные проекты должны быть выгодны с экономической точки зрения. Никто не будет вкладывать миллионы в строительство дороги к границе, которая будет заблокирована, бог знает сколько времени, подчеркнул Ага Амин. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!